Здравствуйте! Сегодня день открытых дверей в АУЦА. На вопросы абитуриентов и их родителей ответят преподаватели и студенты АУЦА. Сегодня 7 февраля в Американском университете в Центральной Азии проходит день открытых дверей для абитуриентов, которые имеют уникальную возможность получить исчерпывающую информацию о том, как поступить в АУЦА. На протяжении всего дня администрация АУЦА и студенты-волонтеры принимают активное участие в организации этого мероприятия. Административная часть включает в себя презентацию всех департаментов, где каждый абитуриент может подробнее узнать о конкретной программе, куда бы он хотел поступить. Помимо этого, в актовом зале АУЦА были проведены общие ознакомительные лекции, где выступал сам президент АУЦА Эндрю Вахтель. Студенческие клубы также активно принимали свое участие и выставили целую ярмарку клубов, состоящую из студенческого театра Mirrors, Enactus, газеты New Star, клуба прикладного искусства и спортивного баскетбольного клуба. Меня зовут Эльдана. Я хочу поступить сюда, в АУЦА, и надеюсь, у меня получится. Скажите, пожалуйста, а что вас привлекает больше всего в АУЦА? Вы знаете, наверное, все-таки уровень знаний. У меня сестра закончила этот университет, и как бы я знаю, что это очень хороший университет, здесь полная демократия, здесь очень хорошие преподаватели, профессора, и здесь есть различные клубы, и я надеюсь, что когда я поступлю, я везде буду участвовать. Скажите, а вы уже определились с направлением? Нет, я еще не определилась, но вот сегодня хочу побыть на всяких конференциях и посмотреть, и еще подумать. И напоследок, от вас пожелания будущим студентам, нынешним абитуриентам? Я хочу пожелать всем, чтобы не волновались, не переживали, чтобы хорошо готовились. Это не конец света, как бы. Ну, есть всякие возможности, поэтому не отчаивайтесь, и у вас все получится. Здравствуйте, меня зовут Джахпеков Алтынбек. Скажите, почему вы выбрали именно АУЦА? Я выбрал АУЦА, потому что АУЦА это является самым лучшим университетом не только в нашей стране, но и во всей Центральной Азии. Скажите, вы уже определились с направлением? Да, я уже определился. Я хочу учиться на программиста. А что вас больше всего привлекает в АУЦА? В АУЦА привлекает меня то, что АУЦА это как бы дает шанс построить нормальное будущее для каждого студента, который хочет вот реально учиться. И, в принципе, все. Спасибо вам большое за интервью. И напоследок, ваши пожелания будущим студентам? Мои пожелания вот... В первую очередь, я хочу поступить сначала в АУЦА, а потом уж на что-то пожелание. Вот. Я вот пришла сегодня на встречу. Скажите, а что вас привлекает больше всего в АУЦА? Не знаю, просто вот этот вуз закончил мой брат 10 лет назад и моя невестка. И они сейчас очень успешные люди. Вот поэтому я хотела, чтобы мой сын поступил сюда. Скажите, пожалуйста, а вы уже получили для себя какую-то полезную информацию? Ну, информацию, конечно, получила, тем более я знала из разговоров с моим братом. В принципе, я хорошо знаю этот вуз. Ну, вот только вот оплата несколько смущает. Скажите, пожалуйста, а какие-нибудь пожелания абитуриентам, их родителям? Учиться, учиться и еще раз учиться, действительно. Ну, без английского никуда. Вот я всех призываю, чтобы они занимались английским, как положено. Ну, это для нас очень важный день, потому что это такой день открытых дверей, когда мы показываем, во-первых, какие мы открытые. Потому что я думаю, что большинство университетов здесь довольно закрытые, а как раз эта прозрачность нашего университета нас отличает. Но одновременно это возможность, в конце концов, завербовать следующее поколение студентов и убедить их, что здесь стоит учиться. Поэтому мы стараемся показать все самое лучшее, что у нас есть. И, конечно, надо сказать, самое лучшее – это наши волонтеры. То есть вы лучше продаете университет, чем мы, потому что, в общем-то, мы можем врать, что мы хотим, а спросить вас – это как бы они получают немножко лучшую картину, как здесь есть. Я надеюсь, что они станут свободными людьми. То есть, в конце концов, они должны сам выбрать, что они хотят. А это уже действительно первый раз в жизни, что они… Хотя, конечно, родители будут играть довольно важную роль, когда они выбирают университет, но все равно первый раз они будут говорить: «Нет, я хочу там учиться». То есть они должны это сказать. Поэтому
для них это очень важный момент, первый раз в жизни, когда они что-то действительно хотят и должны настаивать на то, что они хотят. Добро пожаловать!